شبابات خلاص توسط خلاص خدنا شباب Прочитали даже, не только посмотрели. Конечно, Евгений касался не только своей должности или своей профессии. Там речь идет и о рынке, там речь идет и о таможне, там речь идет и о внутренних нравственных проблемах. Там речь идет и о внешнем информационном воздействии на нашу страну. Там речь идет об оппозиции. А некоторые мысли, высказанные в свое время, во время его кандидатства, во время его вступления в парламент и так далее, я рассматриваю это очень жесткой, но четкой и правильной оценки и общества, и власти, и простых людей. Наверное, многие авторы, когда пишут сами о себе, это мемуарная литература, это воспоминания, это какие-то очерки, эссе, в ком-то, каких-то событиях. Я здесь попытался, ну, в связи с уже со значительным своим возрастом, мне уже, не буду скрывать, 66-й год пошел, я решил это дело в кругу семьи отметить, потому что ни 50, ни 60 лет я не отмечал. И мы вместе вот, со своими домочадцами посмотрели весь архив. Он как у каждого из вас разбросанный был. Фотографии, репортажи, там, мама, теща там у меня собирали. Все это лежало и как-то попытались систематизировать. После этого к моей знаменательной дате много друзей у меня находятся на всех просторах пространства СНГ. Они стали меня поздравлять, а мои друзья, я значительную часть жизни, там, 8 лет, около 8 лет провел в Москве, и у меня по всей стране, по всем весям там стран, просторов СНГ, очень много, большое количество друзей, они стали меня поздравлять, и вот общими усилиями заставили вот выйти вот на такие пределы, чтобы вышла вот эта книга. Еще 30 лет назад, вот он молодой матрос, он в такой же ситуации оказался, подводная лодка, где служил Булат, наш брат, на дне оказался даже больше 110 метров, курс 108, они 110-111 метров залегли, и тоже обесточен был корабль, ему пришлось вызваться добровольцем, его вместо торпеды заложили и к снарядам выстрелили. К нему привязали три кабеля, электрический кабель, потом какой газовый и связь. И вот его вместо снаряда, вместо торпеды выстрелили, он вылетел как пробка. И этим спас свой экипаж, потому что подключили под зарядку и так далее. В общем, вот эта вся история, вот он своей жизнью. Но правда думали, что он не выживет, а он назло, всем чертям назло выжил. И недавно глава российского государства, я на вот такие у нас ребята, вот такие у меня.